Один из охранников получил, ну, у него не так выражена болезнь, а у Жания с такими же симптомами. У него пропал голос, ему сложно, ну, как-то такое ощущение, что паралич дыхательных путей, ему сложно глотать, у него отнимается рука, и он очень слабый, и у него падает зрение. Как можете это объяснить? Значит, на самом деле оба личных телохранителя выписаны. Я могу единственное, что сказать. Врачи говорят, вот у одного из телохранителей миостеноподобный синдром с преимущественным поражением бульбарной группы. Это вот медицинский термин такой, если говорить на более понятном языке. У него проблемы с речью, проблемы с гортанью, то есть первоначальные синдромы, которые прослеживает Аслана Георгиевича. Вот на данный момент это то, что я сказал, это официальные предположения врачей в НИИ имени Склифосовского.